Все, вот дошел до границы. Как хозяйка говорит, два участка по 7. Ну, еще чуть-чуть, говорит, прихватили они. Соток 15, может. А я там прихватил сотки 4. Барбекю зону. Короче, вот это под штиль, под диск. Но я утром хвастался, что пипец в траве, да? Хрен там, диску пипец. Но 300-й, 250-й на диске вывез. Там вначале лесочкой. Все, подходы к воде сделал, все как надо. Это все срублено. Вот здесь, конечно, немножко это, не под землю. Там везде под землю. Вот до белой вот этой штуки под землю. Здесь, короче, не под землю. Потому что здесь камни, коряги. Ну, в принципе, приоритет был от пожара, шугают. Там подходы к воде сделал. Все. Все, зачет. Там кучу вон натаскал там, которая около входа. Вон ту барбекю зону сделал. Ну, я думаю, что хозяйка задовольна. Ну, 20 соток. Редко, когда делаешь. Я реально 15 минут только полежал, а так стоя. Потому что если бы я бы сел бы, меня бы это... Время бы потом бы потерял бы. Березки я сохранял. Там, может, одну-две рубанул. Вот такой участок. Ну все, сейчас диск эту нацеплю. Катушку. Все понятно там, да? И подкорректирую. Вот такой участочек. Все, плюс 7, 924. Здесь просто поросль. Сливка полезла. Обошел вот пятачки. Ну, что вырастет потом. Уже тут вручную прощипают. Здесь виноградик сохранил. А, канаву вон там не сделал. Сейчас сделаю канаву. Вот эту зону я засыпил чужую. Ага, ну все. И это, чтобы так работать, надо бады full life research 4life.dv.ru 4life.com. Загуглите трансфер фактор